Государственная поддержка для стимулирования занятости населения будет продолжена на территории Волгоградской области и в нынешнем году. Вместе с тем расширен перечень категорий граждан, при трудоустройстве которых компании могут получить субсидии. Также пополнилось число предприятий, участников программы. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в областном комитете по труду и занятости населения. Особый акцент в программе сделан на субсидировании компаний, принимающих на работу инвалидов.